выше туда поднимайся. Туда, иди туда далеко. Вот здесь. Ну, сегодня у нас дни города, 7 июня, и мы традиционно в дни города проводим для горожан города и гостей города катание на наших плавсредствах. В этом году мы решили выпустить все свои плавсредства, где-то будет 8 шлюпок, около 8 яхт, то есть где-то 16 парусов будет ходить. Помимо еще этого на вельботе катаем, на моторном, и на катамаране. Вот. Ну а предшествовало этому открытие нашей навигации. Мы традиционно весной открываем на Кубок Калядина соревнования по гребле на Ялах 6. В этот раз у нас выступало больше 20 команд. Вот, под 4 номинациями. Это младшие подростки, потом младшие юноши. Группа Б, группа А — это старшие до 18 лет, и которые старше 18, и бывшие наши кюмовцы — это уже мы считаем ветераны. Вот, поэтому у нас было сейчас 5 команд по ветеранам, из них одна команда была девушек. Но хотелось бы отметить, что в этом году мы сделали прецедент и выставили одну команду «Династию». Почему это называется команда «Династия»? Это потому, что все члены этой команды в свое время были членами клуба юных моряков. Ну, родоначальником, будем так говорить, это был я. Фамилия моя — Тренин Вадим Евгеньевич, директор клуба. А в 61 по 67 год я тоже был таким же юным моряком. Моя супруга, она занималась в клубе с 63 по 67 год. Вот. Наших два сына, это значит, они занимались в клубе в 90-х годах. Моих два племянника, это значит, сыновья моего младшего брата, они тоже в клубе ходили и ходили в походы. И уже два внука, это внуки, значит, моего старшего сына, два, одному 13 лет, другому 11 лет. Таким образом, здесь было как бы 4 поколения, то есть мы отец и мать вроде бы, мы 40 лет уже вместе живем. И вот наши дети, Женя и Алексей, мои племянники Роман и Сергей, и внуки Герман и Александр. Вот таким образом, значит, все Тренины, династия Тренинов, которые прошли через клуб юных моряков, гребли сегодня на шлюпке.